Сегодня же участники российско-итальянской рабочей группы встретились с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Речь шла о расширении сотрудничества. Российско-итальянские связи крепнут с каждым годом. Бизнесмены с Апеннинского полуострова нацелены на работу с регионами и давно включили Чувашию в сферу своих интересов. Сегодня ряд наших предприятий – Изва, Кетра, Четра, Пиге и другие – активно обмениваются с итальянской стороной не только готовой продукцией, но и технологиями. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, республика готова всемерно расширять сотрудничество. Наши предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с предпринимателями Италии. Это в сельском хозяйстве, промышленности, в туризме, соответственно, и строительной индустрии. Бизнес-делегации Италии весьма многочисленны, что свидетельствует о высоком интересе к нашей стране. Причем только товарообменом дело не ограничивается. Итальянцы отмечают, что сейчас открылись дополнительные возможности. Учитывая сложившийся курс доллара, конечно, сейчас гораздо выгоднее здесь организовать производство, начать работать на внушительный российский рынок, на 140 миллионов граждан, то есть рынок страны очень привлекательный, и экспортировать продукцию. То есть вот текущая экономическая ситуация диктует именно такое поведение. Перспективы развития взаимоотношений обсудили расширенным составом на пленарном заседании рабочей группы. По словам гостей, их визит еще и политический месседж. Италия продолжает инвестировать в Россию, как делала это всегда, и сегодня готова всемирно помогать не только товарами, но и технологиями для диверсификации нашей экономики. Тем может быть интересно Чувашия, покажут сами итальянские компании, потому что они уже готовы к подписанию определенных соглашений о сотрудничестве в области сельского хозяйства, в области переработки сельскохозяйственной продукции, дерева, обработки и охраны окружающей среды. Помимо экономического сотрудничества, обе стороны выразили готовность расширять и культурный обмен. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, «Республика».